Всем привет! У нас Империя пазлов и сезонные события. Да-да, я его уже прошел и видео сегодня запишу по трем финальным этапам. Прохождение трех финальных этапов. Понятное дело, начнем с самого легкого. Здесь у нас аватарка коня, два инструктора с эмулет эпического отряда, ненужные абсолютно 10 обучающих пособий. Что можно сказать по этому поводу? А где? Ну, собственно, да. Именно вот так мы и сделаем. На всякий случай. Мало ли что может произойти. Произойти может все что угодно. Только чуть потише. Здесь одна есть читерская фишечка. На более сложных уровнях она очень даже очень прям нужна. Вот вы ее видите. Я ее сейчас использовать не буду. Фишка в чем? Да, просто даже вот блокирует действие врага на 2 хода. Еще часы есть тоже на 2. И суммарно, если 4, это максимум суммарно. При более сильных соперниках, ну, на более сложных уровнях. А точнее, на последнем сложном, мне это конкретно выручало с финальными боссами. Ману им на 2 хода замораживало. Ну, плюс у меня еще протей, который ману замораживает. Это тоже очень-очень даже... Он мне очень много раз выручал. Ну, собственно, сейчас и по... Сейчас вы это увидите. Если кто еще даже не пробовал. Да, и своеобразное. Видите? 1, 3, 4 максимум. Максимум 4. Ну, это несложный уровень. Ну, самый легкий. Поэтому... Аватарка новая есть. Что они тут нам скажут? Скри. Я, кстати, очень хочу его. Орла. Да, Рок, я тоже надеюсь, что путешественники насладились отдыхом. Как ночь сменяет день, так и моя империя должна скрыться в тенях. Настанет время, и мы встретимся вновь. Мы встретимся снова. О-о-о. Ладно, теперь на нормальном уровне. Здесь у нас аватарка. Инструктор. 3 звезды. А сколько? 1. Самое главное, амулет эпического героя. И шарик магический. У них аж 18. Путь. Здесь, по идее, чуть посложнее, но я не думаю, что что-то сильно на мне вызовет сложности. По идее, не должно. Я потратил на прохождение всех этих этапов весь день. Реально весь день. И у меня было, по-моему, если не ошибаюсь, от 9 до 11 энергии мира. То есть это капец, конечно. Сколько я всего потратил. Так, а мы нет, мы не будем их трогать. Мы еще одну сделаем. А по крайней мере, мы просто добьем джуна. Угу. Так, друзья мои. Сейчас мы вместе с вами раз сделаем. О, круто. Очень даже неплохо вышло. Ну, это средний уровень сложности, на самом-то деле, как сильно. Больше трудностей мне возникло, вот столько времени потратить, чтобы это все пройти и записать. Видео я ночью записываю, потому что тупо не хватило энергии мира. Я дожидался, чтобы как раз для финального этапа. Все.
все, это хорошо. Это мы с вами прошли, и осталось самое сложное. Нет, конечно, аватарка неплохая, но... Ну, это мы уже все. Давайте финальный этап. А не есть... беда. Я чуть-чуть, конечно, почистил своих героев, но у меня конкретная проблема. Мне не хватает мяса сейчас. Финальный орел, который я очень хочу, и аватарку эту я хочу, и будет у меня эта аватарка, инструктор 4 звезды, которого у меня нету, и дротики, которые очень нужны, а инструктор у меня 4 звезды, это только зеленый, да. Ну давайте, финальный этап, самый сложный, будем проходить. Так, что у нас здесь интересного получится? Вот этот этап сейчас в любом случае сложности больше всего сложности возникнет с прохождением его. Ну это понятно, самый сложный. Так, это тоже обязательно нужно сделать. Похоронить. А вот это... Да, на крайний. Я не знаю, что от призыва ждать. Я посмотрел уже ребят, которые делали призывы. Ну, честно сказать, они не так, как я. Я буду где-то 6-7, у меня получится призыв. Они делали по 16, и десятки делали. Вообще не выпадают герои. Вообще не выпадают. Все стандартные, в основном тройки. Ну, это... Мне это одни призывы расстраивают. Последний более-менее призыв хороший, это было еще когда я поймал Тира. Это как бы не мой первый призыв был. Герой третьего сезона. Так, подождите, что-то я задумался. Начинаю косячить. Реально. Подруга дней моих суровых. Подлечиться тебе надо. Так, так. А я подзабыл. Здесь 4 или 3 все-таки так. Да что ж вы такие жучары, а? Опять доставь ты ее в покое. Оставьте мою Сабину в покое. Да блин, сколько тебе еще? Блин, ой, я балбес вообще. Пусть спокойно все идет. Сейчас будем добивать и фармить, добивать и фармить. Как назло, фиолетовых нету. Бог рандом. А мне на меня за что-то обиделся, походу. Может быть, после войны сказал, хватит тебе. И на войне хорошо отстрелялся. Но на войне, если вы не видели последнюю войну мою, обязательно посмотрите. Что там творилось, это реально надо видеть. Когда уже понимаешь, что все, конец. Победы не будет, ты проиграл. И вдруг каким-то чудесным образом... Пролетают камни и строятся безумные просто комбинации, и побеждаешь. Это была крутая война. Жалко, мы её, к сожалению, проиграли. Ну, а вот теперь финальный босс. Последний финальный босс. Так, а чего я туплю? Хотя бы надо чуть-чуть. Воспользоваться теми предметами, которые у меня есть. Я постараюсь, конечно, по максимуму сам стреляться, но я уже вижу и понимаю, что
что не очень все хорошо. Ай, балбес. Так, 4. Замечательно, сейчас 4 будет. О, а у них у всех уже мана восстановлена. Обалдеть, просто. Сейчас у них закончится, они будут меня шлепать. Так, а что, у вас уже все? Не, я просто так от вас не отстану. Ну как вы хотели. Мне нужно... Мне дротики вообще позарез нужны. Вот заметьте, как сильно сейчас это все выручает. Как сильно ману нет. О, а что это такое, друзья? Прям странно. Что-то с империей не то. Я не знаю. У меня вообще-то впервые такое. Я ни хрена не вижу, что там происходит. Почему все так повисло? Так, хорошо, она-то ушла. А что мне делать? Обалдеть. Обалдеть. Я попробую все-таки больше ничего не тратить. Но мне очень... Я уже не вижу, куда чего его ставить-то. Смутно так. Вижу красненький, зелененький. Нет, ну то, что мы выиграли, это уже однозначно. Но вот это мне то, что... За все время, сколько я играю, это в первый раз такой глюк. Причем вы видели, на тех этапах такого не было. Странно. Ну, то же самое. Ну, вот главное, что мы выиграли. Вот сколько у них, 4 новых. Но, да. Его я поставлю... на свою аватарочку. Проблемка у меня остается с мясом. Собственно, на этом все. Ожидайте призыва, обязательно он будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю вам удачных призывов, чтобы все пятерки, четверки были ваши. До новых встреч, пока-пока.